С 28 по 30 апреля в Самаре в ДК «Чайка» пройдет международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас». Он будет посвящен году педагога и наставника, сообщают в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». В этом году часть конкурсантов примет участие в фестивале очно, а те, кто не сможет присутствовать на мероприятии, предоставят свои материалы в видеоформате. Ожидается более 500 участников, которые представят свои работы в номинациях «Вокал», «Художественное слово», «Хореография», «Инструментальное исполнительство», «Декоративно-прикладное творчество». В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки информируют, что в Самаре для укрепления благополучия многодетных семей предоставляется единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилья семьям, имеющим 5 и более детей. Подробную консультацию по данной выплате можно получить по телефону 332 16 36. В связи со сменой медицинской информационной системы в ряде лечебных учреждений были сложности с электронной записью. Сейчас ведутся работы по исправлению ситуации, говорится в телеграм-канале Куйбышевского района. Медорганизации области используют различные каналы дистанционной записи на прием, если один не работает. Можно воспользоваться альтернативным – порталом госуслуги, регистратурой поликлиники, официальным сайтом медорганизации, колл-центром, либо записаться на следующую дату непосредственно на приеме у врача. Жители Кировского района могут присоединиться к акции памяти и разместить фото родственников участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на автомобиле, сообщают в телеграм-канале Кировского района. Таким образом, выезжая в День Победы по личным и служебным делам, работники и владельцы автотранспортных средств фактически принимают участие в праздновании Дня Победы, создавая эффект прохождения бессмертного полка в течение всего дня. Фото ветерана можно разместить на задние и боковые стекла с внутренней стороны. Фото ветерана должно быть размещено только на чистых вымытых автомашинах и сохраняться в достойном виде при эксплуатации автомобиля.